Тайский бокс или муай-тай заточен на развитие ловкости, выносливости и гибкости. Ежегодно в Хасавюрте по данному виду спорта проходит первенство Дагестана в весовой категории от 28 до плюс 90 килограммов. Для участия на турнире собрались более 200 тайцев с городов и районов Дагестана. Возраст участников от 10 до 32 лет. Как отметил вице-президент Федерации тайского бокса Республики Дагестан Шамиль Магомедов, этот вид спорта набирает популярность не только среди молодежи, но и среди подрастающего поколения. Мы проводим два раза в год такие отборочные турниры. Это дает непосредственно развитие и дух наших спортсменов. К нашему удивлению, спортсмены показывают весь арсенал тайского бокса. Это нас очень радует. Соответственно, мы за них очень рады. Первенство республики длится на протяжении 3 дней. С Хасавюрта участие принимают более 100 спортсменов. Хасавюрт по праву признан одним из самых спортивных городов республики. Спортивный комплекс имени Гамида Гамидова принимает участников различных турниров. Первенство муай-тай не стало исключением. На сегодняшний день около 30 спортсменов с Хасавюрта вышли в финал и заняли призовые места. Шамиль Ибрагимов подчеркнул, что основной целью проводимых турниров – это развитие и популяризация тайского бокса среди молодежи, поскольку Федерация тайского бокса занимает лидирующие позиции в Дагестане. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».